В это воскресенье мусульмане отметят Ураза-Байрам, один из главных праздников в исламе. Какие коррективы внесла пандемия коронавируса в этом году? Как рекомендуют верующим отметить завершение месяца Рамадан? Подробнее в нашем сюжете. Месяц Рамадан – один из столпов ислама и самый строгий пост, описанный в послании Аллаха к пророку Мухаммеду, чтобы каждый испытал то, что чувствуют малоимущие и обездоленные. Мусульмане верят, именно в этот месяц происходит полное очищение человека от грехов. В Чувашии проживают больше 3000 последователей этой веры. Традиционно праздничным утром последнего дня месяца Рамадан они приходят в мечети и поздравляют друг друга. Однако из-за коронавируса формат празднования в этот раз изменится. Верующие не смогут собраться в мечетях для совершения коллективного праздничного намаза. Праздник никто не отменял, он будет и будет всегда. В порядке исключения в этом году праздновать будем дома со своей семьей в узком кругу. Я от имени Духовного управления мусульман хотел бы поздравить всех с наступающим праздником, праздником Айд-аль-Фитр. И пусть Аллах Азза ва Джалля вселит радость всем нам в этом благословенном празднике. В условиях пандемии даже как-то своеобразно есть благо. Это все находятся в своих семьях, так и в благоприятных условиях. Семейные устои, семейные ценности появляются. Служащие мечети, они будут вести свои службы свои и так далее. Если будет там какие-то ограниченные количество людей, они будут там находиться в определенных таких масках, также печатках и так далее. И мне хочется сегодня воспользоваться моментом, поздравить всех мусульман Чувашской республики, даже всей страны, даже всего мира с праздником Ураза-Байрам. Мы его любим, почтим и так дальше. И чтобы во всех семьях, не только мусульман, у всех даже жителей нашей Чувашской республики, России, там, мира и так далее, был поцарил так, покой, все, чтобы жили красиво, так, дружно и так далее. Все-таки желаю всем только мира и добра.